соперников. И в синем углу боец из Чехии, город Прага. Ему 26 лет. Рост 183 сантиметра, вес 77 килограммов, 250 граммов. Профессиональный рекорд. 35 боев, 25 побед, 10 поражений. Бойцовский клуб Prime Gym Прага. Давид Космо! Его соперник в красном углу из России представляет город Омск. Ему 27 лет. Рост 183 сантиметра, вес 76 килограммов, 850 граммов. Профессиональный рекорд. 9 боев, 7 побед, 2 поражения представляет бойцовский клуб «Шторм» Алексей Шуркевич. Рефери Герт Рихтер, Германия. Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight clean. Start your gloves, step back in the corner. Ready, ready, one, one. Начинается первый раунд. Итак, поединок в полусреднем весе. Весовая категория до 77 килограммов, 100 граммов. Перчатки с синим скотчем Давид Космо. Перчатки с красным скотчем Алексей Шуркевич. У Алексея первый бой в этом году. Он бьется практически в родных стенах. Ну и Давид Космо более опытен. Обменялись бойцы хай-киками. Пока работают в стойке. Но вот советуют как раз сейчас Шуркевичу, его угловые больше работают на руках. Все правильно. Вот хорошая двойка. Там, в принципе, дошел удар от Шуркевича. Вот здесь не достает Шуркевич ударом с разворота чеха. Пошел вперед с ударом Давид Космо. Вот сейчас пытается поджать к сетке Шуркевича Давид Космо. Меняется ситуация. Обозначил Давид Космо джеб, попытался достать лоу-киком, не получилось. Но вот здесь успел уйти Давид Космо, успел увернуться от ударов. Еще один лоу-кик от Космо, но так больше он удар обозначил. Пока что все у нас в стойке происходит. Неплохо встречает сейчас Шуркевич соперника слева. Ну и да, действительно, может быть, попробовать покидать апперкоты Шуркевичу. Но Космо никуда не торопится. Еще раз, очень-очень опытный спортсмен. А вот сейчас жесткий лоу-кик выбрасывает Космо. И еще один. Перешел на работу по первому этажу. Сейчас не забывает про джеб. Здесь не достает джебом Давид Космо. Но вот начал немножечко где-то, да, Шуркевич, наверное, застаиваться. И я думаю, что Космо попытается заполнить эти паузы. Сейчас неплохо навстречу было от Шуркевича. Лоу-кик от Космо. До этого успел его Шуркевич встретить. Хорошее колено от Шуркевича. И тут же добавляет он удар справа. Вот повторить бы сейчас, наверное, стоило бы Алексею. Либо левый снизу тоже зайдет удар.
Снова неплохо встречает соперника Алексей Шуркевич. И попытка прохода в ноги. И тейкдаун. Сейчас попытается, скорее всего, Козма стащить вниз туда Шуркевича на настил ринга. Алексею нужно вставать однозначно. Голову вниз дави ему, Леш. Давай голову ему поднять. Вниз голову дави. Пока не удается чеху полностью стащить вниз Алексея Шуркевича. И да, встает Алексей Шуркевич, удается, пропускает колено в корпус. Но тем не менее Алексей уже встал. И у нас заканчивается первый раунд в этом поединке. Там еще одно колено пролетело. Так, разрывая дистанцию, чех. 20 секунд. Здесь промахнулся, немножко размашисто выбросил удар слева Алексей Шуркевич. Опять поменял стойку. Хай-кик от чеха, но на месте была рука у Шуркевича. Обменялись сейчас опасными ударами еще раз. Ну вот ушел, здесь ушел от удара чешский боец. Ну что ж, первый раунд позади прошел, он по большей части в стойке. Там была единственная попытка провести тейкдаун от Давида Козма в самом конце раунда. Посмотрим, как будет дальше. Он сам побежал, потому что ты не идешь. Понимаешь? Работай посмелее, ручками не работаешь, только навстречу сам поработай. Коленом прыгай. Коленом прыгай, нормально. Но вот с этого ракурса на повторе было ощущение, что все-таки немножко не точно в голову, там ближе в плечо попал удар коленом от Алексея. Но тем не менее, справа рукой он в голову достал точно. Второй раунд. Давид Козман против Алексея Шуркевича. Поединок в рамках полусреднего веса, весовая категория до 77 килограммов, 100 граммов. Алексей Шуркевич сейчас на ваших экранах. Только что был. Step back. Ready, ready. One, two. Начинается второй раунд с того, что попытался пойти вперед Алексей Шуркевич, но Давид Козма перехватил инициативу и нарвался на удар справа сейчас. Но здесь попадает сам чех. По-прежнему у нас размены в стойке. Пытается подойти поближе Давид Козма. На месте у него рука. И уже жесткий хай-кик от чеха. Неплохой размен. Вот пока не дает подготовить проход в ноги Шуркевич сопернику, тем не менее достает Козмос своего визави лоу-киком. Еще один хай-кик. Здесь на месте были руки у Шуркевича. Огрызается Шуркевич сейчас. Джеб и затем удар справа от чеха. Отвечает двоечкой Шуркевич. Неплохо. Middle kick в корпус. Вот здесь чуть-чуть вот не хватило амплитуды для удара. Здесь попадает джебом Давид Козма. Не достает лоу-киком.
И перешел в контрнаступление Шуркевич. Начал поддавливать. Джеб от Чеха. Вот здесь можно подлавливать чешского бойца Шуркевичу. Не всегда его удары точны, так скажем. Ага, зацепился за Шуркевича. В инсайде сейчас чешский боец. И Давид Козман наверняка попытается перевести ситуацию в партер. Так. Удар в корпус от Чеха. Ну, вот так, как следует прихватить, он пока соперника не может. И еще один удар коленом в корпус. Пока что у сетки контролирует ситуацию Чех. Но вот удается высвободиться Шуркевичу. Но снова Чех подхватывает и... Почти тейкдаун. Разбит нос у Алексея Шуркевича. Тем не менее, Алексею достаточно быстро удается встать. И, в общем, тейкдаун не заходит у Чеха. Но, видимо, видно, что подустал. Подустал Алексей. Пытается разбивать ступни пятками Чех. Не забывает про колено в ногу. И опасный еще удар сейчас был коленом в лицо. Вот вопрос разбитого носа. Но, скорее всего, это был пропущенный удар. Так, пытается вот таким способом свалить Давид Козма Шуркевича. В общем, в неприятном положении Алексей. Но Чех сам разрывает дистанцию. И нужно работать сейчас Алексею. Колено в корпус от Шуркевича проходит. Сейчас попытается снова провести тейкдаун Давид Козма, но здесь неплохо пока что отзащищался Шуркевич. Нужно освобождаться от захвата Алексею, ну а Давиду нужно попытаться все-таки провести тейкдаун полноценный. Колено в простите, там локоть в голову был. И еще один опасный локоть от Чеха. Отвечает коленом Алексей Шуркевич. Попадает справа. Хай-кик от Козма, но у Шуркевича руки на месте. Два раунда позади. Ну и работа катманов, конечно же. Здесь, кстати, видно, что Чех тоже пострадал. У него рассечение над левым глазом. А Шуркевичу нос уже привели в порядок. Ну что ж, финальный третий раунд в поединке Алексея Шуркевича и Давида Козма. Российско-чешское противостояние. Полусредний вес. Второй раунд прошел полностью в стойке практически. Там были попытки провести тейкдаун у Давида Козма, но тем не менее очень быстро вставал Алексей Шуркевич. Но вот сейчас угол Шуркевича подгоняет его вперед, но пропускает. Удар коленом Алексей. Снова пошел вперед с ударами Давид Козма. Взял Шуркевич пока что паузу. Хорошая двойка от Чеха, тем не менее.
А вот здесь хорошо попадает на встречу справа Алексей Шуркевич. Но нужна серийная работа. Одного удара, наверное, маловато. Вот сейчас колено и двойка на руках. Козма отвечает хайкиком. Снова открывается у чешского бойца рассечение. И попытка прохода в ноги неудачная. Нужна серийная работа Шуркевичу, это вне всякого сомнения. Очень серьезное рассечение у чешского бойца. Тем не менее, продолжает он идти вперед. Продолжает искать своих шансов. Вот сейчас хорошо встречает его Алексей. И нужна повторная атака. И еще одна двойка. Заходят сейчас удары у Шуркевича. Остались ли силы? Есть ли силы на мощную серийную работу у Алексея? Козма опять вцепляется в инсайде в Шуркевича, ставит Алексея к сетке. Но пока что активных действий не предпринимает. Попытка бросить сейчас была, но не совсем удачная. Пытался сейчас зацепить ногу чешский боец. И вернулся к удару коленом в голову. Пока что неплохо защищается Шуркевич. Достаточно широко стоит на ногах. Не дает себе зацепить. Хотя Давид Козма пытается изо всех сил. В идеале бы, конечно, Алексею сейчас развернуться лицом к сопернику. Надо выбираться, что-то делать. Шире, шире. Ну и опять, смотрите, разрывается дистанция в этом поединке. Минута. 50 с небольшим секунд до конца третьего раунда финального. Хорошо сейчас попадает Шуркевич справа. Отвечает коленом. Идет на обострение Алексей. Но здесь есть опасность опять того, что Давид Козма может зацепиться в инсайде. Взял паузу снова Алексей Шуркевич. И опять попытался зацепиться на ближней дистанции Давид Козма. Так. Но нет, здесь чех тоже достаточно быстро встал на ноги. Пропускает, раз за разом пропускает справа Козма. И туда в рассечение долетает удар у Шуркевича. Снова попытка прохода в ноги. И на этот раз чистый тейкдаун. Чистый тейкдаун. Ну, здесь нужно вязать. Нужно вязать, нужно попытаться встать и не дать ничего сделать чеху. Что касается Козма, ну ему нужно работать изо всех сил. Тейкдаун у него зашел, но этого мало. Нужна активность. Жопу сядь, сядь на жопу, быстро. Пробуй. Локти от Давида Козма. И еще один опасный локоть пробивает чех в партере. Пытается встать Алексей Шуркевич. И, по-моему, да, есть рассечение у Алексея после пропущенного удара локтем. Очень неплохо чех работает в партере локтями, нужно признать. И бой закончен. Ждем решения судей. Очень тяжелый бой.
выход. Дай попить. Я глаз сразу Господа, итак, аплодисменты бойца! В этом бою победу единогласным решением судей одержал Давид Кон!